Явлинского и всех остальных эти Шендеровичи, Касьяновы, Немцовы, Рыжковы, Пономаревы, эти гадкие фамилии, которые произносить не хочется. Эта пятая колонна действует от Курбского при Иване Грозном до сегодняшнего Болотного. Они всегда будут действовать. Есть люди, в которых заложен этот микроб предательства. Ему скучно жить. Ему даже деньги не нужны. Ему хочется, чтобы камеры его показывали. Чтобы писали о нем. И предателем становится и солдат, и генерал, и студент, и великий ученый. Это не играет роли. Это природа человека. Как и то, что всегда будут воры. Всегда будут мошенники. Но всегда большинство будут нормальные, здоровые, честные люди. Нужно освободиться от этой швали, чепухи, гнилья, которыми затуманивали голову нам 100 лет. И сегодня туманят мозги всей Европе. С нами весь мир. Нас любит и уважает все человечество. Все ненавидят и презирают и Америку, и фашистскую Германию, и наполеоновскую Францию, и колонизаторские режимы Британии, Испании, Португалии, Нидерландов. Они покорили всю планету, высосали все богатства из Европы, из Азии, Африки и Латинской Америки. А русские никого никогда не колонизировали. Я сам из Средней Азии. Нам Москва дала газ в первую очередь, пока русские деревни до сих пор не имеют газа. Нам построили в Средней Азии заводы, фабрики, музеи, космодромы. А русские проживали в плохих условиях. Это какая колония? Я живой свидетель того, как Москва раздавала все национальным окраинам. Как хорошо жили в Тбилиси и Кавказе, я там служил. Не раз бывал в Прибалтике. Москва все раздала за счет русского народа. Это была ошибка. Но никто никогда нас не будет поминать плохим словом, а будут гордиться, радоваться, любить и уважать.